При встрече с руководителем правительства было с удовлетворением отмечено, что сегодняшний день поднимается заработная плата на 30% для работников бюджетной сферы, для учителей, для врачей и других сфер. И думаю, что это положительное явление правительства. Свое обещание выполняет перед населением, но тем не менее этот процесс не должен останавливаться, мы должны искать пути согласно тех программ, которые у нас имеются, согласно наших трехсторонних договоренностей. Мы обсудили проблемы рабочих поступлений в западном регионе нашей республики, в частности, в Магаставской области. И договорились, что и эту проблему, и вопросы развития социального партнерства обсудить на уровне правительства с участием профсоюзных лидеров 1 декабря, декады сентября месяца.